солнечная, юная и погода юга на телеканале «Краснодар». 4 октября – Всемирный день животных. Пусть наши любимые звери приносят нам радость, покой, нежность и доброту. Желаю искренне любить животных по мере возможности проявлять о них заботу, беречь их. А они в ответ подарят нам здоровую природу и свою любовь. Желаю, чтобы фауна всего мира жила по законам справедливости джунглей. Чтобы и дикие, и домашние животные были здоровы, полны сил и энергии, природной красоты и грации. Похоже, что бабье лето все же наступило. В Краснодаре теплый и солнечный день. Утром 19-21, днем 26-28 градусов, вечером 18-20. Самое время для прогулок. Есть и ясный день. Утром 16-18, днем 21-23, вечером 20 градусов. В Кореновске, в Крымске, в Гулькевичах день без осадков. Солнечное тепло утром и вечером 18-20 градусов, днем 26-28. В Приморско-Ахтарске, в Сочи день без осадков. Утром и вечером 18-20, днем до 25 и солнечно. А еще 4 октября день улыбки. От улыбки станет всем светлей. Эти слова из детской песенки в нашей стране знают все от мала до велика. Они стали гимном хорошему настроению, добрым делам. Ведь всего лишь одна искренняя улыбка может сделать кого-то чуть-чуть счастливее, поднять настроение и даже изменить мир. Поэтому улыбайтесь, господа, улыбайтесь. Чудесной вам пятницы!